Что это? Валя, это колядки. Смотри, какие у нас сегодня красивые нарядные и какие, гости. Да, красивые. И какие колядки у вас тоже красивые. Угощайтесь, ребята. Спасибо большое. Расскажите, откуда вы к нам приехали? Приехали мы к вам из поселка Решетниково. Коллектив нас называется Клуб народного творчества «Колосочек». Вот со мной приехала старшая группа ансамбля «Решето». Видно, что вы умеете колядовать профессионально. А можете нам о святках рассказать? Святки – это древний праздник, празднуется у нас от рождественского сочельника и до крещения. Целые две недели. В это время люди выходят колядовать, щедровать, подарки получать. Гуляли и гадали. Первая неделя святок называлась святыми вечерами. А почему? А потому что работать запрещалось. Все рукоделия и девушки убирали и начинали ходить по дворам. Да, добра, хотя я вам желать. А вторая неделя называлась «Страшные вечера». Тогда вообще люди боялись выходить. Понятно. Вот вы про колядовать сказали. А скажите нам, пожалуйста, как это правильно делать? Можно просто прийти в дом, постучать и попросить угощения, правильно? Да нет. Надо к хозяевам постучаться, да попросить. Хозяева, пустите колядовщиков поколядовать, да пощедровать, да добра вам пожелать. Ну, коли открыли, так тогда начинай колядовать. А можете у нас поколядовать в нашей студии? Конечно. Мы не сами пришли. Мы ж козу вам привели. Какая молодая козочка симпатичная. Я коза Дереза. К вам сюда приехала. Дайте рубчик, дайте два, чтоб назад уехала. Как же тебя козух на волке не съели, стрелки не убили. Как ты ходила по горам, по лесам? Не боюсь я никого, ни волков, ни стрелков. Боюсь одного, деда старого, неженатого. Шел я из города Ростова, от пана Толстого. Ударил ему по темечку, посыпались из него семечки. Стал я семечки собирать, да родителей поминать, дальних и ближних. А ну, коза, иди танцевать. Щедрый вечер, добрый вечер, чьи дома-дома, сам пана господарь. Хоть же он дома, да не кажется, вновь шопачко прибирается. Шопалёва, сопалёвая, сторублёвая, а в той шубочке калиточка. Я думаю, после вашего визита мы с Николаем тоже сегодня пойдем колядовать. Спасибо вам большое. Вот вам еще угощение. Забирайте. Спасибо. Дай вам Бог здоровиться, чтобы все у вас родилось, чтобы у вас дети не болели, чтобы картошка уродилась, чтобы все у вас водилось. Все цыплята и утята, поросята. Вот, будет счастлив год. Спасибо, мы вам этого же желаем. Всего доброго. Осень, осень, завтра новый день. Не гоните пирога, мы коров за рога. И все-таки здорово, что у нас в округе есть такие фольклорные коллективы, которые по-настоящему помнят и чтят русско-народные традиции.